І тобі ще не виділи тільки для в момент. Про моментин да дуот ми фяле Асайо ми дяра там норе, якщо ми фяле. Єсні катори моменти, катори не дна, да? Я не сам сделаю. За дуже брат, па он гутро. Всі спокійно, без... Я бог ти єбет, бог що йдеш єбет. А ви как називаєте ту... Все чуване це? А це якими рафти про... Дуже мало. Для показать, для показать вещи здесь на рынок. На экспозу вышли. Я снега был так. Снега был так. Он тоже сам сделал. А вы эту вещь используете ну, обычно или нет сейчас? Эпидор не таши? Нет. Раньше, да, но сейчас нет. Да, ну, да, да. А мы можем взять на выставку? Ну, там они даже да, мы можем. А давайте откроем, чтобы видно было ее. Ебело, ты моли ты, лагу. Покурско ж можно, ты обе не еды. Ингрид. Да. Не ходи никуда. Он рассказывает что-то, я не понимаю, что. Сунь, помоги. Окей. Как называется эта конструкция? Сечует конструкционный, кюндертим. Сейчас это мы рафта протрурим. Про эксплозив мало. Вендосы мало, не пьется мать шкалы, их шум. Здесь они положат вещи и они подозревают. Шкалы не думают. А где вы взяли эти материалы все? Куген блядь, то материалы, что продавал. То не, то ко мне просяр. Они были для пожара, а потом... На пожаре? А, понятно. А вы сами пилили, да? Пилили. А в эти пред? По помидорам. Да, он сам сделал руками. Это как такая самодельная витрина. Да, да. Она метр, по-моему, фантазия. А почему она имеет такие размеры? Почему она не больше, не... Мада? Маджат, малярт. А если чем материалы? Потому что у них были... Шива, тут ламовые, но были огромные вет. Ебет и прошу, держи. А в каком году вы сделали это? Это ведь я не было. Три или четыре года назад. Вот такие витрины или подставки, витрин, они раз. Продаются в магазине? Еще один магазин, но душа не поехала. Такой нет. Которые в магазине есть, они из металла. Кандар самая рафта, они за 75 лет, а то кандар чу Болгария. Которые из Болгарии. Тоже идем тут. Рафты. Они продают здесь. Это удобно, да? Вообще поштачно. Да, очень. Они уже зарабатывали об этом. А сюда ставится любой товар? Кто чиндранин, вчера ты нарушил, позже нарушил. Давай вчера прочитал, ты нарушил. Папа. Да. Понятно. То есть нет смысла покупать такую вещь в витрину в магазине, да? Еще раз? Вот эти витрины, которые продаются в магазине, они не подходят, да? А то через 6 дюча, ну-ка две витрины, через 6 дюча, ну-ка, шкай. Я шкай на Да, они подходят, но нет такие, нет такой проект, конструкции. Потому что это лучше, чем другие.